взрослый понарошку, истории про Тошку. Его друзей надежных хотим вам рассказать. Друзья все время рядом, они друг другу рады. В беде придут на помощь, и так пора начать. Давай без опоздания, минуточку внимания. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Пока на юге бушуют ураганы и штормы, а на севере продолжают таять полярные жабки, у нас в средней полосе порой случаются свои катаклизмы. Но о них чуточку позже, а пока наступил новый день, не предвещающий ничего неожиданного. Что ж, посмотрим, как он пройдет. Хорошо, но надо, чтобы было еще лучше. Ой. Ой. Конфликт. Да нет, это мы так, разминаемся. На самом деле нам просто нечем заняться. Это плохо. То есть я хотела сказать... Ой, очень плохо. Да, от плохого надо отвыкать и привыкать к чему-нибудь хорошему. Например? Например, бегать не просто так, а чтобы еще дело какое полезное делать. Это как это? Еще не знаю. Дедушка посоветовал бы включить воображение. А давайте уберем эту лужайку и сделаем тут футбольное поле. Да на это уйдет целый день. Да мы это сделаем в два счета. А как? А запросто. Помогите, пожар горит! Вон очудили, чуть сами не сгорели. А может... Здесь купаться нельзя. А давайте наведем здесь порядок и сделаем пляж. Эх! Нет, полезного тут мало. И даже очень опасно. Без подсказки не обойтись. Доброе утро. Чем могу вам помочь? Помочь? Ура! Отличное дело другим помогать. Спасибо, дедуля, за подсказку. Кажется, я застрял. Может, тебе требуется помощь? Извини, внучок, все под контролем. Может, все-таки помочь? Нет, нет. А сейчас? Пустяки. Ой, 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 ой. А теперь? Все обошлось. И все же. У моего скейта нет тормозов. Какое трудное занятие другим помогать. Будем помогать друг другу. Эй, Гуся, тебе наверняка необходима помощь. А чего это мне? Я что, маленькая? Гуся, а тебе помощь нужна? Помощь? Только не мне. Так мы никогда никому не поможем. Yeah.
Смотрите, как я умею! Вот кому нужна наша помощь! С каждым разом все круче и круче! Оп! Бля! Даже не знаю, кому помощь наша нужна больше. Букашке или дедушке? Букашке. Дедушке. Букашке. Дедушке. Иду на рекорд. Есть рекорд. Наша помощь никому не пригодилась. Так мы никогда никому не поможем. Возможно, помощь требуется кому-то еще. Доброе утро, тетя Цибуля. Вам требуется помощь? Спасибо, но я уже на завершающем этапе. Очень жаль. То есть я хотела сказать... Очень хорошо. Я использую лучшие заморские удобрения. Красота! Пожалуй, на этом празднике мы лишние. Вот это да! Было очень вкусно. Хочу еще! Медведка! На помощь! Вы слышали? Она сказала на помощь! Цибуля, как назывались эти цветы? Они назывались незабудки. О! Кажется, с заморскими удобрениями я переборщила. Нет, нет, заморские в самый раз. Прошелище, не зли меня. Помни, малыш, аппетит приходит во время еды. Дедушка! А вот теперь, Тошка, настал мой черед помогать тетушке Цибуле. Кого я вижу? Дедушка Бульбаш! Запомни еще, внучок! У страха! Глаза! Велики! Мы проиграли. Еще чуть-чуть, я лопну от смеха. Тошка, быстрее вспомни, что я говорил. Я не помню, дедуля. Если ты не вспомнишь, возможно, я и вправду лопну. Помни! Ты сказал, иду на рекорд! Нет, не то! Вспоминаю еще! Ты сказал, у страха глаза велики! Правильно! Если вы хотите, чтобы я остался цел, перестаньте бояться ее! Они не перестанут! Сейчас будет еще страшнее. Мы должны помочь дедушке.
Деду помочь может только чудо. Я тебе сейчас такое чудо покажу. Эй, Грязнуля, когда ты умывалась последний раз? А когда ты в последний раз чистила зубы? Это уже заходит слишком далеко. Пора с этим заканчивать. Ой! Буся, Гуся, бросайте грабли. Причесываться не забывай. Ну вот, очень даже симпатично. И совсем не страшно. Красота! Теперь вы украсите мой огород. Нет, только не это. Ладно, малышня, ваша взяла. Но я еще вернусь. Я же говорила, что у моего скейта нет тормозов. Вы не поверите, но я родился в очень похожем месте. Дедушка, а тебе точно не требуется помощь? Дедушка всегда говорит правду. Thank you.